today 14th of October and we celebrate wedding party of Mila and Sean. And let's speak with our guest and... Все. Слушайте, а вы последняя в очереди здесь? Что, простите? Вы последняя в очереди, я говорю. Можно за вами? Как глинтвейн, все хорошо? Все хорошо. Чуть-чуть помады осталось. Да, да. Чего ты ждешь больше всего от сегодняшнего праздника? Может быть, горяченького, может быть, салатика, чего? Ничего. Вообще ничего не ждешь? Поскорее бы уйти, да? Угу. Всех гостей спрашиваю, у всех разный ответ. Как зовут невесту? Не знаю, не слежу за этим. Не в курсе? Нет. Ксюша. I don't know what you're talking about. Леокадия. Кристина. Кристина. Эмилия. Катерина, наверное. Как? Катерина. Не знаю. Даже не знаю. Мария. Мария. Эленор. Елена? Эленор. Эленор. Людмила. Как зовут невесту? Людмила. Точно? Да. А если я буду называть ее сегодня Мила, вы не против? Ну, не против. Хочется уже, вот как бы, да? Hi. Вот уже... Hi! 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 Hi, hello. You look like a Belarusian. Yeah. Thank you very much. That's a compliment. Dear friends, all guests are waiting for you. What do you feel right now? Feel exciting. Yeah? Yeah, very excited. Cold, maybe. Yeah, yeah, I'm feeling everything is freezing, but yes, I'm excited. Мечтаем быстрее присесть. Вы сидите сегодня за каким столиком? Вы уже в курсе? Шестым? Это без намеков, без всяких, я понял, да? Да-да-да. Надеемся. У нас уголок здорового образа жизни, и скажи... Ко мне. Да? Что поделать? У меня такой вопрос к вам. Гости все одеты как бы в верхней одежде, не совсем видно, вроде бы все красивые, но как вы думаете, как они выглядят все вот все-таки? Что скрывается под... Ну, обычно, что там, плавки у них, майки, эти, панамы какие-нибудь, щепки. Ну, кто шорты одевает, кто майку может одеть. То есть такие закаленные? Да. Я понял. Скажи просто, ты пьешь... Колу? Колу. Колу, да, горячую? Или холодную? Нет, холодную. Слушайте, вот все пьют тепленькое что-то, да, и налили ребенка. Ты сегодня с мамой или? Да. А где она? Вот. Да? Не будем показывать. Просто постою тепло, понимаете, летом. Нет, мы специально поэтому сюда зашли, чтобы вы погрелись. Ну, конечно. Чтобы я погрелся? Вы впереди проверили. Такой красный нос, что он просто зияет, просто посидит. Скоро Новый год, я готовлюсь уже. Вот, я вот так и поняла. Какое твое отношение ко всем гостям, которые здесь собрались? Очень плохое. Плохое? Да, очень. Ясно, понял. О, не, я тут плохо отношусь. Плохо? Плохо. Плохо. Можно сейчас какую-то такую историю рассказать, которую, может быть, вот так вот думали, рассказывать или нет, но вот после глинтвейна уже приняли решение, что может связано. Ну, даже не знаю. Была примерная девочка? Хорошая примерная девочка. Красавица была, маленькая, пухленькая была в детстве. Как мы познакомились, она меня просто люто возненавидела и подумала, боже мой, за что я буду с ней работать в одном кабинете. Вот кто бы знал, что мы вот так вот вместе будем идти рука об руку и, надеюсь, и продолжим. А вы-то знали, что через 10 лет свадьба? Надо, чтобы пригласила, я да? Я так предполагала. Лучше общаться. Да, лучше с ней вообще не конфликтовать, да. Она у нас такая дама серьезная. Слушайте, а вот ваше отношение к алкоголю? Да. Абсолютно, стоящий гену. А что я хочу сегодня? Ваше отношение к алкоголю какое? Позитивное. Да, пью. Гости из Молдавии такой вопрос спрашивают. Да? Вы со своим приехали сегодня или... Не, я приехал с Польши. Это я случайно попал в эту компанию с молдавянами. Я просто переживаю сильно, или я смогу выдержать. Скажите, пожалуйста, чего ждете больше всего от сегодняшнего вечера? Я надеюсь, что это будет какой-нибудь вкусный бифштекс. Но я надеюсь, драники будут белорусские. Так. Все-таки, да, я белорусская, поэтому надеюсь, что будет родное. Уже, да, уже горячее блюдо белорусское, национальное. How many weddings have you done? Today? 3, 2, 1. Спасибо. Все, хорошо. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к наркотикам какое? Как у всех. Какое? Положительно, отрицательно. То есть не определились еще, да? Да. Мы употребляем. Средне. Не употребляю в больших количествах, но чуть-чуть. Считаю, что да, чуть-чуть. Ясно. Для настроения. Положительно. В меру. So, I usually, when I wake up in the morning, I use some cocaine. And... По праздникам. Если разрешают, да? Да, если разрешают. Я понял. Любимое ваше абсолютно женское имя? Вот любое. Кроме... Юля. Юля. Угу. Почему? Потому что моя жена Юля. Ах вот, она подслушивает, да, где-то сейчас рядом? Пикап-мастер. Я понял, почему я с тобой не знакомился. Какой пикап-мастер? Я же с женщиной пришел, но... с моей любимой, поэтому... Ну, так она же не рядом сейчас. Слушай, ты на что намекаешь сейчас?
Давайте что-нибудь пожелаем им. Ну, любви, терпения, тепла, взаимопонимания. И, ну, пускай уступают, конечно, друг другу. Да? Да. В автобусе? Нет. В жизни. Вот. Жизни. Все. По жизни, чтобы поступали друг к другу. Вот. Big, amazing, incredible love. Loving each other, guys. Be happy, enjoying your time together. I think the rest of your lives. Happiness. Sean, you are so lucky, and Mila too. Come on, you are both lucky. I would say to Sean that be gentle with Mila for the first night. Thank you. Okay, so it was the first time actually I'm meeting them, so this is a beautiful occasion, and I wish them good luck. Sean, you're my boy. Okay, you take care of Mila, you take care of Sophia, and I love you, man. Oh my God, yes, I love you, Sean too. And all together, love you. Love you. We love you, Sean and Mila.